Друзья, вне конкурса мы хотим предоставить слово еще одной юной участнице художественной самодеятельности поселка Весенний. Она прочитает для вас стихотворение. Татьяна Симонова, вы сказали юная, очень юная. Спасибо за комплимент. Я начала стихи писать буквально 2016 года, недавно. Это стихотворение я написала буквально вот на днях, мне 4 тому назад. Мой Оренбург, любимый город, как можно не любить тебя? Моему ты сердцу дорог, родина моя. Куда бы ни поехала, в какие бы края, забыть тебя нельзя. Как не воспеть твое раздолье, целинный край, глаза меня объять. Кто не был здесь, тому и не понять той красоты степных просторов. Волною ветер колышет голос, луга цветов и трав душистых, леса, озера. Рек лучистых, с уральских гор бегут ручьи и бьют ключом здесь родники. Кто спросит, как мне здесь живется, а я отвечу, мне поется, поется мне в родной стране, на оренбургской матушке-земле.